Информация предоставлена компанией Teletrade. Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Во второй половине валютной сессии вторника 7 октября нисходящее движение рубля возобновилось. Евро достиг уровней марта 2014 года в районе 50 рублей 45 копеек. К 16:00 по Москве рубль вновь вошел в зону валютных интервенций Банка России. На текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 35,6 и 44,6 рубля и были сдвинуты регулятором на 10 копеек. Доллар на 17:40 по Москве находится на отметке 39,92 рубля. Ослабление рубля, указывают эксперты, подстегивает продолжающееся снижение цен на нефть, что создает давление на платежный баланс, а также спрос на валюту в связи с рефинансированием корпоративного внешнего долга. Наш процент выше банковского вклада. Если вы хотите получать знания и зарабатывать на финансовых рынках более 150% в год, ждем вас в офисе компании Teletrade, где наши специалисты помогут вам добиться высоких результатов в кратчайшие сроки. Что необходимо сделать? Всего лишь позвоните по телефону 278-04-00. И помните, каждый упущенный день – это упущенная прибыль.